Добрый день! Сегодня обзор каравана ТЭК 450. Данный караван 99 года, без пробега по России, привезен из Нидерландов. Растаможен. Находится в Подмосковье. Возможно, приехать, посмотреть. Сразу хотелось бы сказать, что в наличии еще есть караван КИП 41. Так что, пока есть возможность увидеть в одном месте сразу два каравана. Так, итак, несколько слов про данный прицеп. 99 год, внутренняя длина 450 сантиметров. Максимально допустимый вес 1200 килограмм. Вес непосредственно самого прицепа 960 килограмм. Есть палатка, фотографии палатки сделаем чуть позже. Есть велокрепление, розетка 7-пиновая, опорное колесо, стабилизатор, так велокрепление сказал. Ступенька, есть тут бойлер, обогреватель уже с раздувом. Так, две спальные зоны здесь. Первая спальная зона сразу напротив входа. Обогреватель, как сказал, уже с раздувом. Включение бойлера, кнопка. Гардероб. Москитная сетка есть на входной двери. Термометр. Так, кухонный блок. Давайте переключу, наверное, так лучше будет. Кухонный блок, конфорки на три предмета, холодильник Electrolux, отсек для вилок, ложек, для посуды, вторая спальная зона, она огораживается шторкой, вот эта шторка выдвигается, данное пространство будет огорожено. Прицеп сухой. Без протечек, без запахов, нет ни следов плесени, сырости. Большой бак под воду, бойлер. Туалетная комната. Кассетный туалет, душевой поддон, раковина, зеркала, душевая лейка, отличный караван. Как уже сказал, пока в наличии есть два прицепа, есть возможность приехать, увидеть два каравана в одном месте. Они примерно в одной ценовой категории, примерно в одних параметрах. Отличие только то, что в КИПе одна спальная зона, здесь уже две спальные зоны, но и КИП
короче, чем данный прицеп на 40 сантиметров. Поэтому не упустите возможность посмотреть два прицепа в одном месте. На улице очень холодно, поэтому не получилось у нас отбить вот этот кусок наледи. Подождем несколько дней до наступления оттепели, чтобы еще раз помыть данный прицеп и устранить ледяные коросты. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего дня. Если хотите получать новые сведения о поставках техники, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Здесь мы укладываем новинки. Всего хорошего, спасибо за просмотр, до свидания.